Большинство жителей нашего города объединяет принадлежность к атомной отрасли. Смоленскую АЭС и Десногорск создали самоотверженные люди, приехавшие со всех концов России. Один из таких героев-первостроителей – Алексей Фомич Силантьев, которому 30 января исполнилось 85 лет. Я приехал в 79-м, а в 80-м уже Валентин приехал сюда. Значит, поселились вот в этом. Я сюда приехал прорабом. Потом была перетарификация, мастером сделали, и так до конца мастером работал. Алексей Фомич принимал непосредственное участие в монтаже оборудования и трубопроводов всех трех блоков Смоленской АЭС. Проработал в системе Треста Центр Энергомонтаж 61 год. В трудовой книжке одна запись, принят на работу 1 января 1950 года. За свою многолетнюю деятельность проявлял себя на производстве как грамотный, активный слесарь-ремонтник промышленного оборудования. Я участвовал, значит, в монтаже всех трех блоков ГЦН. За профессионализм и труд Алексей Фомич неоднократно поощрялся почетными грамотами, благодарностями, наградами атомной отрасли. За работу на Белоярской АЭС Алексей Фомич отмечен орденом «Знак почета». На заслуженный отдых ушел в августе 2011 года. Но бездействие – это не про него. Поэтому, выйдя на пенсию, наш герой сразу включился в активный образ жизни. Наиболее любимое занятие – это спорт. Зимой – лыжи, все остальное время – бег и теннис. Как говорят, со спортом по жизни. Моя была спортивная, значит, специальность – классическая борьба. Потом, значит, в связи вот этих командировок туда-сюда, не везде ведь она была, и пришлось переделывать самого себя на легкую атлетику. И занимался легкой атлетикой, акробатикой занимались. Значит, гимнастикой занимались. А еще наш герой очень любит музыку. Именно поэтому ходит петь народный хор ветеранов Ивушка. Я вас любил минуты увлечения, как жалкий раб лежал у ваших ног, и жертвовать бы мог без сожаления всем, даже тем, чем жертвовать не мог. Алексей Фомич – прекрасный отец и дедушка. Вместе со своей женой Валентиной Ильиничной вырастили двух сыновей. Дали им достойное образование. Вместе уже 60 лет. Именно поэтому в июле прошлого года семейная пара была награждена президентской медалью «За верность и любовь». Вот он, истинный пример для подражания и воспитания нашего подрастающего поколения десногорцев.